Как ни странно, от одного средства, которое мне тут прописали, которое надо было купить за 1000 рублей, ну, собственно, два средства за 1000 рублей. Вот от одного средства у меня как-то все проходит, а от другого начинает снова болеть. Я у него же спрашиваю, можно это второе средство не использовать? Мне говорят, нет, надо. И поэтому я чувствую себя не очень хорошо, и, в общем-то, смотрю я ничего интересного, я не смотрю фильмы. С интернетом непонятно что, но я за него хотя бы заплатил уже так как бы побольше. И, в общем, я не знаю, что мне там сделали с этой операцией. И смотрел я про Японию, про Германию, и как-то я вроде бы везде хочу, а сам в больнице. Ну и ладно.